Швейная машина Брайзер XL2230. Швейную машину принесли на ремонт. Что-то случилось, сами разбирали, сами ремонтировали. В итоге ломает иголки и выпала изнутри вот такая вот запчасть. И нам холодная сварка, вот это нужна будет еще заделать вот это вот лопнувшее отверстие. Смотрите, здесь разбито. Замажем холодной сваркой, потом она засохнет, и ее можно подточить, отполировать, в общем-то, все что угодно сделать. И вот так вот мы отремонтируем наш шпулидержатель. Здесь вот видно, тоже проскакивал он, здесь вот тоже побит. В общем-то, это все можно подрезать, подчистить, а вот здесь вот сделаем холодной сваркой. Так, ну и вот этот кусочек нам нужно убрать. Так вот. Здесь вот мы так его и оставим там, пускай тут будут заусеницы такие, а вот здесь вот срезать нужно, чтобы здесь нам ничего не мешало. И также с внутренней стороны. Так, ну и вот здесь вот тоже побито. Значит, здесь тоже нужно посрезать. Так, здесь у меня вот такой наборчик ножичков. Так, вот это нужно все поподрезать и убрать заусеницы, побитые иголкой. Но так, чтобы это все было плавно. Ну вот таким вот манером. Так, ну все, остальное мы вот это заделаем и потом обработаем алмазным накелем. Так, ну теперь берем нашу. Такая сварка. Так, отрезаю кусочек. Это заматываю, кладу на место. Так, ну и вот эту часть беру и разминаю. Значит, водичка, можно пальцы макать. Вот так вот разминаем. В общем-то, как работа с пластилином. Его разминаешь, он нагревается. Так, ну и теперь маленький кусочек берем. И вот сюда вот так вот раз. Ножичком вот так вот водичку, и можно загладить.
Так, ну остальное мы потом все сделаем, как это все засохнет. Так, ну вот что получилось снизу, и вот что получилось сверху. Значит, теперь оставляем сохнуть. Так, ну все, теперь ждем, когда высохнет. Здесь у нас вот маслечко есть, смазка есть. Так, ну и теперь силиконовая смазка. Беру вот так вот, продавливаю ее и прокручиваю. Еще чуть-чуть. Все, думаю, нормально. Так, а теперь вот здесь вот тоже эксцентрик. Так, и вот здесь вот эксцентрик. В общем-то, пластиковые шестерни смазываем густой смазкой, а все остальные металлические детали смазываю силиконовая смазка жидкая. Ну вот так вот беру, прокапываю. Что, клапки вот здесь вот. Игловодитель. Вот здесь вот. И вот здесь вот на втулочку капну внутри. И машинку нужно вот так вот перевернуть, чтобы масло туда прошло. Так, ну в принципе все. Значит, вот здесь вот еще есть пластиковая шестерня внутри. Там тоже можно смазать. Значит, достать туда сложновато. Вот здесь вот. Значит, я беру вот так вот на отверточку выдавливаю. И туда ее. Раз. И наши зубчики вот так вот. Так, ну в принципе здесь все. Так, ну сделал все, загладил, зачистил наш шпуледержатель. Так, ну и берем, просто одеваем вот эту нашу крышку. Так вот, соединяем, она сюда вот становится прекрасно, вот так вот. Ну вот, все, в принципе. Теперь берем и закручиваем на задней крышке саморезы.